тебя родился маленький мышоночек. Слушай, она его не слопает. Вот так, дай сюда, дай, скажи сюда, куда ты ее забрала? Посмотрите, когда у нее кормушка стоит в клетке, она на эту еду внимания не обращает. Я Кис-Кис, мы на канале Понятались. И сегодня мы будем знакомить кошек с мышкой. Мышка это кто? Это хомячок Эмма. Да. А кошки кто? Расскажи, что за кошки. Орлан и Шарон. Орлан, вот она маленько сонная какая-то и, по-моему, не горит желанием знакомиться ни с какими мышками и хомяками. А вот это Шарлот, посмотрите. Не бойся, Шарлот, не бойся. Ты будешь знакомиться с нашей Эммочкой? Да. Давай, выходи, мы тебя познакомим с нашим хомячком Эммой. Перед тем, как мы начнем, мы сначала, ребята, будем передавать приветы. Сегодня мы передаем привет Маше Никитиной. Привет, Маша Никитина. Привет, Маша, тебе от канала Планета Алис, от наших кошечек, от Алис. И сегодня мы передаем привет Юра Маликов. Привет. Привет, Юра Маликов, привет от Алис, от кошечки Орлан. От канала Планета Алис. Ребята, кто хочет еще приветы от нашего канала, напишите, пожалуйста, в комментариях «Хочу привет» и напишите ваше имя. И не забудьте подписаться на канал Планета Алис. И нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Тогда вы точно не пропустите свои приветы и наши новые видео. Ой, она облизывает. Облизывает мышь. Ухаживает за мышкой. Шарлотта ухаживает за мышкой. Ой, Шарлотта, ты, наверное, думаешь, это твой, что ли, котенок? Шарлот, ты думаешь, это твой котенок, что ли? У тебя родился маленький мышоночек. Слушай, она его не слопает? Не знаю. Шарлотта, тебе понравилась мышка? Она явно не понимает, что за ней надо охотиться. По-моему, она ее... Знаешь, что-то с ней интересное можно. Она хочет судить. Она думает, что ты ее котенок. Шарлотта, ты такая мамочка, прям даже для мышки. А Орлан как-то вообще не очень обращает внимания, да? Ну и кошки. Слушайте, Орлана вообще спит, ей без разницы. Посмотрите, одна облизывает мышку кошка, вторая вообще лежит, не обращает внимания, спокойно себе спит. Ну вы тоже мне охотницы, а? Ой, ой. Называются кошки еще. А. Ты что, мышку расчесываешь? Да. Ну ты, Шарлотта, даешь. Кошки-то обычно за мышками охотятся, а ты что? Смешная какая. Так, ты только смотри, чтобы у тебя мышечка не убежала. Смотри. А, Шарлотта. Шарлотта. Смотри, Шарлотта. Мышка. Ну, мышка, скажи, подумаешь, мышка. Мышка и мышка. Шарлотта, ну так что? Мы мышку будем ловить или не будем? Или будем дружить? Дружить. Дружить, умничка, да, это правильно. Умничка, умничка. Давайте жить дружно, да? Давайте дружно жить. Чего ты бегаешь, Алис? Что там такое, Шарлотта? Она вообще ее не собирается ловить, никак охотиться и вообще никак, да? Она еще разговаривает с ней. Вот. С мышкой разговаривает, да. Эмма, ты хочешь назад вернуться в свою клетку? Не хочет на свободе? Или ты еду увидела? Эммочка, вот твоя еда, смотри, вот твоя еда, вот. Ой, стали щечки напихивать. Посмотри, Алиса, она подумала, что это не ее еда, и стала щечки напихивать. Эмма, это твоя еда из твоей клетки. Ай, ты какая смешная.
это все твое. А вот что у нас есть сметанка. Ты решила ее сметанкой немножко покормить? Ну давай, Шарлотт очень любит сметанку. Да, Шарлотт? Да, смотрите, все теперь кушают. У всех обеденный перерыв. Шарлотта ест сметану. Вот. А Эммочка ест свою еду из своей кормушечки. Посмотрите, когда у нее кормушка стоит в клетке, она на эту еду внимания не обращает. Ну, немножко поесть и все. А тут я вытащила из клетки, она, видно, решила, что это какая-то другая еда. И быстренько начала пополнять свои стратегические припасы. Щечки. Смотри, Алис. Эмма напихивает щечки вон. Подожди, она просит. Смотри, как она тебя просит. Сейчас оближет. Шарлотта очень хорошо умеет лапкой просить, когда что-то хочет. Ну-ка, подожди, не давай, подожди, она сейчас сама. Не давай, пока она сама у тебя будет. Смотри, лапкой, лапкой. Подожди, не давай. Ну что, еще Шарлотта хочешь? Не давай пока. Опа, она сама тебя поймала. Еще она держит лапами какую-то еду. Когда ей дают еду, она ее лапами вот так берет. Да, и вот так держит. Да. Вот. Ах, как вкусно. Ну нет, Алис слишком далеко держит, и она не это, она... Вот так она берет лапку свою, ставит. И сметанку так ест. Вкусненько. Вот так, дай сюда, дай, скажи сюда, куда ты ее забрала? Оп! Вкусно как! Ах, как вкусно! Что такое? Дай, скажи еще. Вот, видишь, вот так она лапкой смотрит. Дай еще, Лиз, дай еще. Ах, какая вкуснота. Посмотрите, ребята, какие у нее зеленые глаза. Это вообще невероятно. Я первый раз вижу у кошки такие вот зеленые-зеленые глаза. Видите, какие? Повыше подними пальчик, а то ее глаза не видно. Вот, сейчас видно. Ой, какие зеленые. Она наоборот такая. Алиса, опусти пониже пальчик, а то мне неудобно облизывать. Ой, слушайте, а мы что, у нас уже под елку убежала, пока мы здесь... Ой. Эй, Эмма, ты под елочкой уже гуляешь? Ой, елка начала осыпаться, ребята, всю елочку уже пора убирать. Вы, наверное, уже все поубирали елки у себя дома, да? Напишите в комментариях, стоят еще у кого-то елки дома или нет. Эмма, стой! Поплави Эмму, пожалуйста. Она ищет, куда насыпать свои эти самые. Да, куда зернышки насыпать. Гуляет под елкой. Вот так. Смотри, Алис, смотри. Вот такая Шарлотт, дайте ко мне. Как она любит сметану. Кс-кс. Где сметанка? Опа. Вот такие глаза. Такие глаза. Такие зелененькие глаза. Красивая кошка такая. Ну, только она такая... Шар. Это значит сожженная. Шар. Ой, шар. О, пошла искать, смотри. Пошла ему искать. Да, видишь, Эмма в клеточке теперь, чтобы не убежала. Да. О, Шарлотт, смотри-ка. Ну, подожди, она хочет... Скажи, вроде бы хотели с мышкой меня познакомить, а сами кормите сметаной. Ну что это такое? Непонятно, да? Скажи. Все, по-моему, Шарлотт наелась сметаны и собралась в домик свой. Да, Шарлотт? На, моя хорошая, на тебе сметанку. Ну ладно, иди отдыхай, отдыхай. Ты с мышкой познакомилась. Оказывается, что ты у нас добрая кошечка, и мышку обижать не стала. Да, умничка, Шарлотт. Хорошая кошечка, такая добрая, хорошая кошка. Правильно скажи, зачем я буду мышек есть, когда есть сметана, правда же? Да? Что там такое? И посмотрите, ребята, Орлан залезла в свое любимое место, в коробочку от Лол. Она очень любит там сидеть. Ребята,
Вам понравилось сегодняшнее видео? Когда ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал Планета Алис и поставьте лайк. Не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока-пока! Пока-пока! Пока-пока, ребята! Пока-пока, ребята! Скажи пока! Скажи пока! Пока-пока, ребята! Пока-пока, ребята!